Проблемы регионального бизнеса и в первую очередь малого и среднего обсудили на очередном заседании Тверской торгово-промышленной палаты. На этот раз оно было выездным и прошло на одном из самых известных предприятий областного центра. Роман Быков продолжит. Началось заседание с экскурсии по заводу. Это предприятие типичный пример успешно работающего среднего бизнеса. Да-да, именно среднего, поскольку крупным считаются компании всероссийского уровня. Проблемы у пекарей такие же, как и у других производств. Например, высокие тарифы естественных монополий, дорожающее сырье. Но есть и специфические вопросы. Например, нежелание торговли оптимизировать время подвоза выпечки. Утром это пробки, это мешает ехать людям на работу, на учебу и так далее. Плюс это аварии, когда нас ставят в короткие временные рамки приема нашей продукции. В то время как за рубежом мы прекрасно знаем опыт работы зарубежных хлебопекарных предприятий. Там круглосуточная поставка, и особенно ночью. Такие вопросы как раз и можно решить в ходе личного общения на заседании торгово-промышленной палаты. Ее руководитель поднял еще и такую проблему, как падение престижа бизнеса как такового. Причем, что самое печальное, речь в первую очередь о молодежи, о том, кто идет на смену первому поколению предпринимателей. Они предпочитают работать или в государственных структурах, или в крупных корпорациях, где все обеспечено. А малый и средний бизнес – это собственный риск, это ответственность. И того подъема, который в 90-е был интереса к данной деятельности, к сожалению, сейчас нет. Тому есть и фундаментальные причины – усиление налогового и законодательного прессинга. В результате ведение собственного дела в России становится все более проблематичным. Поэтому предприниматели ждут действенных и как можно более быстрых шагов от органов власти, как региональных, так и федеральных. Ведь помощь малому и среднему бизнесу в конечном итоге означает помощь всей экономике государства.